Ух ты, замерзло как все. А двери не застыли. О, в принципе, помогла тряпочка. Я сюда положу, чтобы от печки не тянуло. И на лобовое стекло тепло не шло. Так, слегка густовато. КПП, рычаг. Что по температуре? Было минус 20. Минус 18. Ну, то 17-18. Ну, 18, у меня там на градуснике 18. Так, пробуждать аккумулятор мы не будем. Из-за того, что у нас инжектор. Сейчас вот сработал бензонасос. Сигналка всегда подсасывает. Ну что, пуск двигателя минус 18 на Лукойле синтетика. Все, лампочка потухла. Включаем. Также погревы. Регистратор включил, и все, больше ничего не надо. А, надо. Заднее стекло. Завелся на старом аккумуляторе, который мы восстановили. Ему лет 10 уже. Так, отпускай сцепление. В коробке полусинтетика ЗИК. Ну, все, никуда не едет она. Хорошо. А, холодно-то как. Я делаю это видео. Там был сначала минус 9 градусов, минус 14, сейчас минус 18. Я проверяю Лукойл масло на разных температурах, как оно себя ведет именно по лампочке давления масла. Видите, оно тухнет вовремя. Это хорошо. Масляное голодание в этом моменте минимальное. При таком морозе, конечно, оно густеет, уже по каналам идет не так, как летом. Вот. Ну, в общем, синтетика пока рулит. А насчет печки хочу сказать, то, что везде заглушил, это хорошо ощущается до минус 15. Когда уже минус 18-20, ё-моё, уже не так ощущается, и все равно машина долго прогревается. Ну, недолго, но больше, чем, например, минус 8. Все равно ждешь уже минут 6, как она прогреется. Конденсат. Ну все, друзья, давайте до следующего видеоролика. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.